вас, дорогие друзья. Меня зовут Каратаев Игорь. И сейчас мы вскроем очередную посылку, пришедшую нам с Китая. Заказывали мы ее через Таобао. Итак, вот, приступим. Достаем вот такую вот штучку. Что же это такое? Это противоугонный замок для горных велосипедов, либо обычных велосипедов. Ну, тут вот нарисовано, еще можно даже и обезопасить свой мотоцикл. Security lock, да? То есть охранная блокировка. Здесь присутствуют ключики для того, чтобы повернуть замочек. Когда вы вставляете, система блокируется. Так. Угу. Интересно, сейчас посмотрим, как я открыть. Резать не будем. Ну, в принципе, все понятно. Вот. Мы вот эту вот часть вставляем сюда, фиксируется и мы себя обезопасили. Вот такая вот миленькая штучка. Да, ничего особенного в принципе в этом нет. То есть, ну, часто такие можно было видеть.